А вот ближайшие выходные в США, напомню, что в пятницу Америка отмечает День независимости, могут оказаться испорчены плохой погодой. На северо-восточное побережье США надвигается первый ураган этого сезона – Артур. Хотя в этот момент он еще считается тропическим штормом. Артур был замечен в 150 километрах от флоридского мыса Канаверал. Он продвигается на север со скоростью около 10 км в час, при этом скорость ветра в центре урагана уже достигает 95 км в час. Во Флориде, Южной и Северной Каролинах объявлено штормовое предупреждение. Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США прогнозируют усиление шторма к четвергу и пятнице, 4 июля, День независимости.